Приготовим лосось, цукини, шпинат. Замаринуем лосось, соль, перец, лимонный сок и оливковое масло. Затем измельчим шпинат, измельчим цукини. Нарежем мелким кубиком болгарский перец. Нарежем мелким кубиком лук. Все обжарим на подсолнечном масле. Добавим шпинат. Жарим недолго, около минуты. Шпинат жарится быстро. Затем обжарим цукини с двух сторон до золотистой корочки. Солим, перчим, все так же. Обжариваем стейк из лосося, отправляем в духовку на 10 минут. Оформляем. Раскладываем цукини по кругу. В середину кладем шпинат. Сверху лосось.